На последнем месте работы месяц, как приехал с Краматорска. А там что вы делали? Я был в реабилитационном центре у верующих. После чего? После чего? После запоя. Я долго не пил. Ну, верующие, пятидесятники, секта. Вы ранее сидели? Да. Когда, за что? Господи, Боже мой. 140-я первая, 140-я третья, 308-я и за надзор. Какая она называется? Нарушение обминадзора? Да. У меня надзор. А что означает наколки у вас на теле? Это? Любви достойна только мать. Это ничего. Это отрицало. Это ангелочек. Это кобра. А крест? Крест? Справа. Да. Ну, я за общаком смотрел по лагерю. За что вы задержали? За нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшие смерть. Кому вы причинили? Кравчук Вика Александровна. Сколько ей лет было? Алексеевна. На 2 года меня моложе. Это получается ей 38 лет, я мне 40. Да, сколько вы с ней прожили? Я с ней прожил полгода. У вас еще семья есть? Дети? Нет. Что это наколка означает? Это 13 июня. Да. Forest of Gina. Июнь. Оторвана от жизни? Да. Еще там есть? Много не наваливали, они бесплатные. А на глазах. Кинжал это. А что? Воля, свобода, воля. Это украинская, наколка, да? Да, украинская.